Фантастычныя і як жывыя. У карціннай галерэі Гаўрыла Вашчэнкі адкрылася выстава аўтарскіх лялек Сергея Драздова. Мастак са Жлобіна прапануе гамельчанам акунуцца ў казачны свет і ўспомніць дзяцінства. Выставу наведала наш корэспандэнт Вероніка Гамзікова. Да сваіх лялек Сергей Драздоў ставіцца як да дзяцей. Ужо некалькі гадоў мастак стварае рыцараў, піратаў і фантастычных істот. У яго герояў ёсць лёс, характар і нават кар'ера. Тут сярэднявяковы персанажы, но не сярэднявяковыя, а фантазіі самого автора. Автор, как мне падзяліўся впечатлением, што он берет идею, но он не копирует. Он создает свой мир, и эти герои действительно живут каждым миром. Каждый стенд – это как один отдельный мир. Цацачные машины этого майстра здольные ездить, а пистолеты стрелять. При створении лялек мастак выкарыстовывая полимерную глину для тела, металличные пластины для вопротки и аксессуаров. Для маленьких воинов специально выковывается холодная зброя. Есть миниатюры, сейчас я уже такие не делаю, там представлено такой алхимик. Там у него стенка из кирпича, то есть там сделаны маленькие кирпичики в размер, около 18 сантиметров, обожжены в печи, на раствор сложено, все. То есть это такая игра, и я всегда говорю, что я эгоист, как художник. То есть я играю, ну, наверное, это и классно. Сергей Драздоў по профессии архитектор, ляльки – его хобби. Мастацтва их створения спостигал с допомогой интернету. Спочатку робил аппараты на механичных ногах у стиле стимпанк. Одночи вырашил робить цацки больше живыми. Усе экземпляры он заховывал дома, але семья и сябры уговорили показать их свету. Работы Сергея, они очень необычные, неординарные. Это человек с большой фантазией. И судя по тому, что и как он делает своими руками, то мое восхищение, потому что не каждый человек сможет вот это вот все сделать. А вот эта фантазия, которая у него, это вообще просто что-то запредельное. Все работы очень интересные, особенно вот эти вот проработанные детали, мелкие и вообще и образы. Меня все восхищает. Буквально каждая работа, ну, заставляет как-то вот остановиться возле нее и смотреть, и смотреть, и смотреть. Цацкі Сергея Драздова бачылі жыхары Беларусі, Расіі, Германіі і Эстоніі. Лялькі знаходзяцца ў прыватных калекцыях па ўсім свеце. Натхняе майстра кінематограф. Напрыклад, асобная калекцыя прысвечана фільму «Вар'яцкі Макс». Зараз майстар працуе над цацкамі, прысвечанымі стужцы «Дзікі захад, густ пораху». Вероніка Гамзюкова, Ігар Марышчэнка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».